С наступлением устойчивого тепла автовладельцы меняют зимнюю резину на летнюю. Поскольку шины относятся к отходам четвертого класса опасности и покрышки разлагаются в земле более 100 лет, загрязняя почву и грунтовые воды токсинами и канцерогенными веществами, их нельзя оставлять на контейнерных площадках, обочинах дорог и других местах. Минэкология Московской области совместно с Фондом рационального природопользования проводит акцию «Безопасная шина» в период с 23 марта по 30 апреля. Каждый автовладелец может бесплатно сдать утильные шины в специальный пункт для дальнейшей переработки.